Парк «Патриот» Южного военного округа. Город Севастополь, аэродром Южный. Сегодня первый день. Я вот подошел к стенду, где Росгвардия. Пару слов скажите, пожалуйста, нам. Здравствуйте. Проводим агитационную работу по набору на военную службу по контракту войска Росгвардии. Здесь представлен научный агитационный материал, конкретно чем занимаются войска. Мы дислоцируемся в городе Севастополь на Малаховом кургане. Войска занимаются охраной общественного порядка, охраняют акваторию нашего города. Во время массовых мероприятий участвуют в оцеплении. То есть разнопланово везде наши войска принимают участие. Поэтому здесь рассказываем кандидатам, какие квалификационные требования к ним предъявляются. То же самое касается и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Интересуются здесь, кто в городе Севастополь проживает, тоже есть возможность попасть на военную службу по контракту. Планово техники, образцы выставлены на общем зале. Боевые показатели ориентировочно через час. Мы так и сам принимаем. Спасибо большое.